Всем привет! С вами InformTV. Необычная и яркая внешность Георгия Пицхилаури стала его визитной карточкой. Он часто играет характерных героев нерусской национальности. Родился он в семье артистов балета. Алла Ким была родом из Кореи, а Шалва Лаури – потомственный грузин. Их творческий дуэт покорял сердца зрителей. Красавец-грузин и утонченная восточная девушка импонировали зрителям. Большую часть своего детства мальчик провел за кулисами театра. Отслужив в армии, с головой окунулся в работу. Съемки в кино, работа в театре «Бенефис». Свободного времени не было совсем. В 1989-м на экраны страны вышел знаменитый фильм «Зверобой», где Пицхилаури сыграл роль Чингачгука. Фильм имел ошеломительный успех. Колоритный индеец восхищал зрителей. При этом все сложные трюки актер выполнял без дублера, самостоятельно. Во время развала СССР Георгий, как и многие актеры, пропал с экранов почти на 13 долгих лет. Лишь в 2002-м он снялся в кинокартине по имени «Барон». С 2012-го у него очень плотный рабочий график. При этом в коллекции актера более 50 художественных фильмов. Он пишет стихи для театральных постановок, является режиссером театра «Буф», участвует в телевизионных программах. Он остается наставником для молодых актеров, постановщиком кинотрюков и режиссером-документалистом. В жизни Георгия всегда была единственная женщина. Он любит ее всем сердцем и говорит, что только благодаря ей он живой. О жене Светлане актер может говорить долго и с гордостью. Хорошая мама, прекрасная хозяйка, красавица, ездит верхом и занимается боксом. У них двое детей. Дочь Лаура и сын Шалва. Оба уже сумели найти себе место в жизни. Георгий гордится своими детьми и старается им во всем помогать. Шалва связал свою судьбу с профессиональным футболом, а Лаура пошла по стопам отца, она актриса. Об актерской карьере девочка задумалась еще учась в школе. В 2004-м она окончила Санкт-Петербургский театральный вуз и была принята в театр Ленсовета. Она уже сыграла в фильмах «Поцелуй бабочки», «Ментовские войны» и «Бедные люди». А в картине «Контора» она с успехом сыграла главную роль. Личная жизнь девушки пока не сложилась. Она дважды была замужем, но браки оказались непродолжительными. Пицхилаури воспитывает двоих детей. Экс-супруг активно принимает участие в их жизни. А как вы считаете, унаследовала ли девушка талант своего знаменитого отца? И на кого она больше похожа? Пишите в комментариях. И если вам понравилось наше видео, ставьте лайк, подписывайтесь и жмите на колокольчик. Удачи!